В Мексике 10 человек погибли в перестрелке. Никаких подробностей о причинах конфликта нет. В мексиканском городе Вибарильес в штате Дуранго полицейские зафиксировали столкновение между двумя группами вооруженных лиц. Об этом пишет издание El Sol de México. Согласно информации, полученной журналистами из собственных источников, стало известно, что в результате конфликта и возникшей вслед за ним перестрелки были убиты 10 мужчин, еще несколько были ранены. При этом никаких подробностей об их именах, возрасте и адресах убитых не сообщаются. Также не говорится о том, что стало причиной конфликта. Как сообщал корреспондент Нет накануне в мексиканском районе Лос-Кабос, на популярном пляже Плая Палмилла, застрелили троих туристов, еще двое получили ранения. Мотивы нападавших пока неизвестны. В Мексике из самолета выбросили трех мужчин. По материалам сайта Newsgro.com.